один наш сторонник говорит, встречался со своими друзьями, что якобы Аблязов хочет прийти в власть и использовать молодежь. И я по этому поводу еще раз хочу сказать. Да, я хочу прийти к власти, возглавить правительство Казахстана, но прийти в итоге в результате выборов. И моим конкурентом могут быть тысячи людей со своими партиями и так далее. То есть мне эту власть никто дарить не будет. Это первое. Прийти и бороться за власть – это нормально во всем мире. Это только Назарбаев, который сидит у власти 30 лет, говорит, они хотят вот рвутся к власти. Он уже эту власть держит и не хочет никого подпускать. Я хочу прийти к власти, чтобы изменить страну. Я поэтому опубликовал политическую платформу ДВК и хочу построить передовую сильную страну, чтобы не было коррупции, воровства, чтобы страна была богатая, чтобы люди у нас были успешны. Это моя цель жизни. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.